Корпоративная спартакиада стала одной из любимых традиций в Кызылжарсу. Уже 6-й год работники предприятия соревнуются в различных видах спорта. Всего планируется охватить более 100 сотрудников. Состязания здесь в шашках, деревом, спорте, легкой атлетике, мини-футболе, волейболе и тогуском улаке. Участники не только развивают свою ловкость и лидерские качества, но и учатся эффективно работать в команде. Сегодня проходит мужской турнир по настольному теннису. Самые сильнейшие игроки получат денежное вознаграждение. Цель спартакиады внутренних соревнований – это как можно больше привлечь работников здорового образа жизни, молодежь привлечь к спорту, к физической культуре. У нас, кстати, свой тренажерный зал есть. Ребята ходят по вечерам, занимаются в своем тренажерном зале здесь вот. Мини-футбол играют, волейбол, настольный теннис. На обеде приходят играть, после работы приходят играть. Давно увлекаюсь спортом, в том числе шашки, шахматы, настольный теннис. Не первый год я уже участвую в городской спартакиаде. Доводилось даже занимать призовые места. В прошлом году, конечно, не получилось из-за ограничительных мер поучаствовать в спартакиаде, потому что она в принципе не состоялась. Однако в этом году с нетерпением ее ждем, тренируемся, готовимся и жаждем побеждать.